вот моя сумочка. Впритык я угадала размер. Какая красивая. Мальчишечка любит с собой носить свои игрушки, поэтому, видите, будут складывать сюда всех своих животных всевозможных. И будет их с собой носить. Он любит их с собой брать на прогулку. И клоуны, медведи, слоны, бабочки, птички, ослики, уточки. Всех перечислит, всех пересмотрит, сложит. Такой подарочек. И вот кто помнит, из последних, у меня было 6 кусков, из последних кусочков, я все думала, куда ее примостить, она получилась самая тонковатая, ну и самая маленькая, такой кусочек был, насколько хватило. Сейчас я все это выровняю и упакую вот такой подарочек. И вот пойду во всеоружие к деткам на день рождения, надарю подарочков. Это довесочек, там малышка. Ну как можно старшему братику подарить подарки, а малышке ничего не подарить. Вот я решила такую куколку ей подарить. Все, приступаем. Ну смотрите-ка, что я уже сделала. И сейчас буду собирать. И показывать. Я еще не определилась, как я сделала ручку, но сумочка будет не так, как обычно, не вот так сложена. Сейчас я все покажу. Я нашла липучки, кусочек нашла, вот такие симпатичные пуговички прошивные. Видите, сколько их у меня. Сейчас что-то из этого всего придумаю. Ну и вот наша куколка. Такое мое мобильное рабочее место. Я то опускаю свои коврики для резки на них, то поднимаю. И посмотрите, как классно репсовая лента пригождается, которую мне моя Лена подписчица как искрится. Смотрите, там внутри сетка. Вот шел спор о том, что сетку как ставить, не ставить, нужна, не нужна. Ну вот в данном случае сетка внутри под органзой. Надеюсь, наводится фокус. И посмотрите, как это красиво все смотрится. Кстати, органза в данном случае зеленая, темно-зеленая. Такой изумруд. Опять же, это то, что касается цвета. Нет такого универсального одного цвета, который подойдет ко всему. Это не так. Либо исходите из того, что есть у вас, либо, если есть возможность вариантов, то лучше иметь несколько вариантов цвета органзы, да и сетки тоже. И потом играться с цветом. Такое мое личное мнение. Посмотрите, как я решила соединить. Как кошелечек. Ниточку так хорошо подобрала. Пытаюсь навести. Смотрите, я сначала обрабатывала все по периметру, а потом края еще отдельно, я надеюсь, это видно, уже по этому краю, чтобы полностью произошла сцепка и внутренняя часть ткани, чтобы не обсыпалась. Прям вот строчка идет по этой сначала большей стороне, а потом по этой стороне. То есть вот холостой ход иглы идет сюда, за ткань. Ну и уже когда сшивала эти части, полностью поменяла ниточку, чтобы она была в цвет зеленой ленты. Сейчас я горячим пистолетом приклею липучечки по центру. Определилась, какая будет пуговочка. Вот такая. Ну и прицеплю ленточку. Вот таким образом. Сейчас все соберу и покажу в готовом виде. Ну-ка, посмотрите, какой получился органайзер для игрушки. Сейчас я положу сюда игрушку, и мы посмотрим уже полностью весь комплект.
такой приятный домик. Ну вот какой комплект получился. Как всегда, доработала до ночи, поэтому ну, вот такое освещение. Надеюсь, когда обработается видео, будет более понятно. Ну и, конечно, постараюсь заснять уже при дневном свете, но очень не терпелось мне заснять. Это подарок, который основной. Там динозаврик. Сборной, механический, с моторчиком, со звуком. Ну, а это уже дополнение. Книга «Почемучки» такая огромная. Видите, она огромадная. Такая вся большая. Такая сумочка. Маленький подарочек для малышки. Все в одном стиле.